Я, улица Маршала Жукова, ноу-хау одесской власти, режем хороший асфальт, чтобы была дырка, очередная дырка в бюджете. Хороший был асфальт, вот зачем порезали, пока что не пойму. Пойдем дальше, посмотрим. Да, вот продолжение банкета. Та же улица Маршала Жукова в Одессе. Порезали всю дорогу. Был нормальный асфальт. Я тут постоянно хожу, поэтому знаю. Хочу спросить, за чей счет банкет? Вся эта ситуация напоминает старую сказку про Буратино, лису Алису и кота Базилио. Да, у Буратино отбирали деньги и закапывали их, ну, в данном случае, в асфальт. И это при том, что в других частях города асфальта нет уже далеко, давно после советской власти. Либо одно название, либо вообще сошел со снегом. Ну, зато здесь что? Порежем, попилим, закопаем. Видно, скинулись байкеры, они тут летают по 200, по 300 км в час. Видимо, для них делают хорошую дорогу. Да. Ну, остальные вон объезжают, обрезают, ломают колеса. Посмотрим, сколько это будет стоять. Дней или недель. Вот это безобразие. Да, еще раз говорю, была хорошая дорога, хорошая асфальт. Ну, что маем, то маем. И вроде кондитер только недавно уехал. Обычно перед приездом красят траву и делают разметку, кладут асфальт, вешают потемкинские деревни на Приморском бульваре. Видимо, опять собирается посетить город Одесса. Ну, так можно было опять решеткой по периметру города все завалить, закрыть и одесситов выгнать пока что где-то подальше. Пока что так, друзья. Платите налоги. Друзья, хочу напомнить, что запрещенная музыка в ролике не играет. Ну, типа День Победы, который, как мы знаем, уже давно продано английско-миланской прокладке. Слов типа революция, Евромайдан, Порошенко названий писать не буду. Ну, посмотрим, разрешит ли нам YouTube снимать асфальт. Вернее, ямы в нем. Что в последнее время меня банят, не банят, приходят жалобы от YouTube на названия типа Порошенко, Евромайдан и еще что-то. Откапывают 2-3-летней давности ролики, присылают жалобы, отключают монетизацию. Типа мы нарушили правила. Типа детям тоже надо смотреть ролики, на которых говорят Порошенко. Да, друзья. Ну, продолжение следует. О, еще приперлась. Труповозка. Ну ладно, пошли смотреть на асфальт. Вот так вот его объезжают у нас. Да, ну погнали.